Всем привет, с вами Елизавета, и я работаю егерем в этом заказнике. И сегодня у нас очень важное задание для нашего Алана Брэдли. На карте давайте посмотрим, где это находится. Это далеко в горах, нам нужно попасть на высокую скалу. На серебряную вершину. Все нужные вещи я взяла. Давайте возьмем квадроцикл и поедем. Мы поднимаемся все выше и выше. Видны уже скалистые части гор. Вдалеке виднеется вышка. Давайте сначала пойдем на вышку и заберемся, а потом уже сходим туда, куда сказал нам Алан. Ну что ж, дальше пешком. Там у нас есть домик, и также я хотела бы открыть смотровую площадку. Вот и домик. А теперь хотелось бы подняться на вышку. Надеюсь, получится отсюда это сделать. В принципе, тут совсем недалеко. Гора Серебряный Хребет. Вот это именно конкретно гора, на которую мы должны забраться. Вот та самая вышка. Тут даже лавочки стоят, интересно. Поднимаясь по лестнице вверх, мое сердце колотится от восторга. Виды здесь реально завораживающие. Вот, наконец-таки, я поднялась на самый верх. Ну и красота же здесь. Ну что ж, а теперь спускаемся вниз, чтобы посмотреть, куда же Алан нас отправит. Вот и солнце встало из-за гор. Вы слышали, кто там кричал? Это же самая настоящая пума. Я, честно говоря, пока ее еще не вижу, но она где-то рядом. Вот. Вот она. Ну что ж, глянем, как мы в нее попали. Черная пума. Она скользнула от меня. Вот она. Теперь я хочу эту черную пуму. Okay, вот она. So
Тропа Серебряного Хребта. Большое спасибо, что нашли время на мою просьбу. Обещаю, что вершина горы наградит вас превосходными видами. Быть может, даже успеете поохотиться на время подъема. А пока поднимайтесь, я расскажу вам свежие новости. Итак, начнем. Тут все сумбурно. Младший. Этот младший стоял за атаками на заказник? Да, скорее всего. Однако в дело вмешался один из юристов папочки, так что младшего выпустили из тюрьмы. Во время интервью он всячески похвалился, но постоянно использовал слова вроде «мы» или «нас». А также упоминал семейство Симплексов. Это все очень подозрительно. Надеюсь, что собраны нами улики и показания Бобби Джо помогут докопаться до истины. Как бы то ни было, сейчас полиция взялась за всю семью Симплексов, а не только за младшего. Подозреваю, что Симплекс-старший решил расквитаться со всеми сразу. Совет выдворил его с поста предводителя. Мой отец сдал его старшего сына в полиции, а ООЖ помыли мозги Тимати. К слову о совете. За последние пару дней они устанно хвалят меня. Члены совета одобрили мои действия во время произошедшего кризиса. Но я постоянно напоминаю им, что львиную долю работы в заказнике сделали вы. Теперь совет точно уверен, что я не зря пригласил вас. А ваша с Рэми работа уже помогла привлечь туристов обратно в заказник. Многие начали бронировать места на следующую неделю. Ну что ж, отправляемся мы. Но, честно говоря, мне не дает покоя эта черная пума. Получится ли мне ее сегодня добыть или нет? Смотрите, пумы охотятся. Надеюсь, не на меня. Хорошая какая. Вот мы и добыли пуму. Жаль, что не меланиста. Вот еще кто-то. Жаль, что не меланиста. Меланист куда-то пропал. Я до сих пор его не нашла. Ага, смотрите, пока... Я даже умудрилась попасть в барана с этого расстояния. Ну что?
что ж, давайте его подберем и отправимся на серебряные вершины. Сегодня у нас была очень удачная охота. Какой хороший баран попался. Золотой. Неплохой баран. Толсторог. Принять. Ну что ж, а теперь мы можем отправиться уже в путь. Нам идти 2 километра. Путь не близкий, но мы справимся. А вот мы снова здесь поднимаемся. Но мы поднимемся выше, чем смотровая площадка. Тут тоже пума есть. Кто знает, в Hunter Classic я тоже недавно охотилась на пум. И теперь здесь. Но здесь они как-то более вальяжно гуляют, чем в той локации. Забираемся мы на самые вершины. И надеюсь... Это как-то поможет Алану. Тут уже скалы есть. И так далее. Мы уже поднялись довольно высоко. Тут сильный ветер. И слышно хищных птиц. Мне уже довольно тяжело подниматься. Разряженный воздух дает о себе знать. Но мы справимся. Уже вдалеке виднеется та самая гора. И поэтому мы почти справились с выполненной задачей. Тут прекрасно, не правда ли? Я забиралась на эту гору всего пару раз, но вид отсюда потрясающий. Погремушки должны быть где-то на виду. Они в защитном футляре. Какая красота! Дело сделано. Спасибо вам. Я ценю вашу помощь. Наслаждайтесь видом. Вы этого заслужили. Благодаря вам, дела в заказнике пошли на лад. Когда я вернусь с танца солнца, идите поохотиться вместе.
Все это внимание к вам, СМИ, привело к неожиданным последствиям. Наше загрязненное озеро посетят правительственные инспекторы. Видимо, слово может быть и дурной. Мне надо приготовиться к встрече. Надеюсь, что скоро все вернется в норму. Берегите себя. И до скорых встреч. Ну что ж, мы справились с задачей, а теперь надо спуститься с этой горы. Я думаю, что это займет у меня полдня. Забраться на гору – это одно, а спуститься с нее – совершенно другое. Поэтому на этой нотке я с вами прощаюсь. Но не забывайте, в следующий раз будет стрим. Стрим с вами, стрим с подписчиками. Будем охотиться на этой карте, добывать пум, добывать велорогов, добывать бизона. Так что ждите стрим. Мы с вами хорошо проведем время. А на этом мы заканчиваем работу на этой карте. Если вам понравилось это путешествие, пожалуйста, поставьте лайк и прокомментируйте. Мне было бы очень приятно. Сюда очень много я трудов вложила, много времени. Всем спасибо. Всем пока-пока.